Нет сомнений, что фестиваль, в свою очередь, придаст новый импульс развитию гуманитарных контактов между гражданами двух стран. We thank the NN Miklay for his significant contribution to the friendship of peoples of Russia and Papua New Guinea, for preserving and popularizing the Papua New Guinea traditions and culture in the world. We hope to see Russian companies and guests from Russia in Papua New Guinea in the not too distant future. Я хотел бы пожелать успехов проекту. Мы считаем в институте, что это очень важный проект. И такие проекты, я думаю, являются примером для того, чтобы укреплять отношения с дружескими нам народами. Сегодняшнее мероприятие, оно потрясающее тем, что позволяет нам открыть эту выставку не только для тех, кто сейчас здесь присутствует, а и фактически для всех, кто имеет компьютер или же мобильный телефон, потому что большинство из экспонатов у нас представлены в режиме онлайн. Экспонаты, которые представлены в нашем музее, они, безусловно, экспонировались уже многократно в музеях. И сейчас, на данный момент, экспонат барабана Ака мы можем видеть здесь. Вот все то, что сейчас здесь представлено, мы оцифровали, и это теперь доступно каждому в онлайн-музее. Можете посмотреть это с подробным описанием, для того, чтобы всегда знать о том, как же жили и какие традиции на берегу Маклая, на острове Новая Гвинея. Коллекция представлена сейчас на таком тачпаде, да, который позволяет нам открывать любой экспонат и видеть, что здесь изображено. При этом мы можем двигать таким образом, что видеть с разных сторон. О каждом экспонате, помимо всего прочего, существует статья, которая представлена у нас в онлайн-музее. Как удобно, что теперь музей можно смотреть с телефона.